вот у вас есть любимый человек, да? Вы с ним, значит, там думаете, что вы всю жизнь проживете, что будете целовать в губы, понимаете, умирать на одной подушке, столько у вас, понимаете, всяких разных идей, да? Ну вот, потом он взял там и поставил лайк, кому не надо. Ну вот, еще что-то. И вы думаете, ёшки же матрёшки, да? Ну вот, это что это было? Ну вот. Значит, и все сразу пропадает, понимаете, и поцелуи в губы, и подушки тоже портятся. Все приходит сразу в негодность, да? Речь идет как бы об одном и том же, да, о ваших чувствах, о вашем отношении. Но в одном случае активизируется один центр, да, в другом случае активизируется другой центр. И мы не замечаем противоречий, потому что в каждой конкретной ситуации мы движимы обстоятельствами, в которых мы находимся.